К урокам Тамары Пшелуцкой у школьников всегда повышенный интерес. Учебные занятия проходят так, чтобы они были не просто понятны. Дети должны быть увлечены предметом. Это даст возможность внимательно смотреть на окружающий мир. Так тема строения и значения листа становится простой в изучении и наглядно на примере обычных домашних растений. Тут сразу начинается листовая пластинка. Жилки, если тут есть, то они маленькие. Но листиков тут нету, и основания тоже нет. Хорошо. Дети, в какой еще части? Черешка. Черешка нет. Оказывается, листья могут существовать и без черешка. Основным направлением работы учителя биологии и химии является применение на уроках практика ориентированного обучения. Такой подход позволил педагогу завоевать победу на региональном конкурсе и получить звание «Педагог-новатор», а вместе с тем и премию от губернатора Югры. Свои уроки я стараюсь вот строить, чтобы они были очень близки каждому ребенку, потому что те знания, которые они получают, они должны связывать со своей жизнью. И они должны понимать, что, в принципе, все живое, которое существует на нашей земле, оно взаимосвязано. Когда берешь примеры какие-то из жизни, то, что, допустим, ребенка окружает, может, он проходит и этого не замечает, и делаешь акцент, конечно, мне кажется, это очень важно, и это становится ценным. Ученики Тамары Пшелуцкой ежегодно успешно сдают ЕГЭ, становятся призерами и победителями муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии и экологии, а также занимают призовые места на городской научно-практической конференции молодых исследователей «Шаг в будущее». Кроме того, сам педагог активно принимает участие в работе семинаров и конкурсов профессионального мастерства. Так, 2 года назад Тамара Владимировна стала лауреатом 2-й степени конкурса «Педагог года» в номинации «Учительство. Вечное ученичество». Наш преподаватель всегда позитивный, то, что можно узнать это новое о природе, и, ну, интересно. У нее уроки, ну, очень, ну, я бы сказала, так сказать, актуальные. Не бывает такого, что мы просто весь урок сидим, пишем, все это очень нудно проходит. Всегда все в ритме. Иногда мы ходим на экскурсии, но это на уроках биологии. Получается, еще есть дополнительная биология. Я сам на нее хожу, она мне очень нравится. Проходит в субботу в 8 утра. Мы выполняем небольшие задания, такие как подстричь ветки у разных растений и так далее. А потом все дружненько садимся, кто какие вкусняшки принес, достаем, пьем чай. Получив высокую оценку своего труда, Тамара Пшелуцкая отмечает, аналогичную работу многие учителя делают ежедневно. Но все же педагогу приятно, что она заявилась на конкурс и была отмечена еще и премией губернатора Югры в размере 200 тысяч рублей. Часть суммы учитель планирует потратить на благотворительность, вложить средства в строительство церкви Владимирской иконы Божьей Матери и покупку иконы для соборного храма. Елена Куксаус, Никита Павловский, Нягинский телеканал, специально для телеканала Югра.